болельщики Вольфсбурга, очки, естественно, конечно, очки на человеке. Естественно, Феликс же в очках. Если бы Феликс отрастил бороду, я думаю, что и болельщики Вольфсбурга перестали бы бриться. Но уже Суэ очень важный человек для Вольфсбурга. Как говорил сам Магат, раньше боевого духа в нем больше, чем 166 сантиметров. Ну, собственно, для мужчин сантиметрами мериться это всегда такое забавное занятие, да, и важное. В свое время Графита мог оказаться в раменском Сатурне. Да, были люди, которые оценили его еще в Бразилии. Оценили верно, как показала история, но нашлись другие люди, как это обычно бывает в России, которые решили, что он бесперспективен, ибо не будет платить откат. Обратите внимание, что у Айнтрахта совершенно не в игре 14 номер Майер. Вот он стоит, здоровенная верзила в центральном круге. Штрафной удар Айнтрахт. Что такое там Патрик Кокс? Ну неужели не договорились? Это что еще такое? Это смешно. Кристоф Даум. Ничего, физподготовочка нормальная. Нет, Магат бегать не будет. Магат вот ножку на ножку, это его. Ну вот. Ой. Хорошо, что я не успел сказать гол. И Патрик Хельмис, знаете, так выглядит получивший позавчера права водитель, который первый раз в жизни заезжает на мойку. Ему открывают дверь, а он не может в нее попасть. Боится. Ну вот, пожалуйста, Манжукич. Отличная передача. Патрик Хельмис, а? Нет, это такая сборная Германии не будет никакой. Это будет сборная Германии среди людей с нарушенной координацией движения. Ой-ой-ой, смотрите, как Манжукич. А Манжукич-то здорово сыграл. Нет положения вне игры. Ну и куда ты задвинул, друг мой? С такой игрой Патрик Хельмис сборную России бы усилил, я думаю. Сейчас будет очень смешно, если Айнтрахт еще забьет. Халил тоже, конечно, игрок отличный для футзала. Удар поворотом. Гол! 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 Пору Магату и Холлербаху выходить. Холлербах усилит среднюю линию. Магат нападение. Сисеро. Ну и, конечно, Патрик Хельмис будет с красными ушами в раздевалке. Это я точно совершенно вам говорю. Ну а что, вскрыть нечем. Вскрыть нечем, потому что Диего пешеход. К сожалению, это не Месимович. Он, видите, он пешочком. Вот, пошел туда. Куджачел его не видит и правильно делает. Никто никогда не может быть уверен, общающийся с Даумом, что он не сбежит. Это тренер, который, в общем, заработал репутацию человека, могущего предать, продать. И в какой-то момент в одном нижнем белье куда-то убежать. Обыграл Диего. Красиво. Симуляция. Симуляция! Вставай! Желтый еще нужен, должен Кинхёфер показать сейчас, когда остановится игра. Знаете, я вот, честно говоря, мне очень симпатичен Вольфсбург. Еще более симпатичен Магат, которого я считаю гениальным тренером. Но это позорище, вот это что такое сейчас было? Все, не можешь никак. Судья, дай пенальти, ну хотя бы угловой. Красавец. Игрок сборной Германии. Вот это квинтэссенция того, что каждый лезет сам спасать отечество. Никто не может слушать командира в данном случае. Магат так подвинулся на месте. Думаю, что Фридриху достанется в душевой или где-то рядом. Ну и что? Он сам нарушает правила. Что за... Вот это что такое? А, теперь встал. А, уже ничего не болит, правда? Как мы себя любим, а? Арне Фридрих. И ведь главное, получил желтую, успокойся, остынь, обтекай. Честно говоря, я бы выгнал его прямо из раздевалки. Вот сейчас. Все, расторгать контракт и до свидания.
Это значит, что мы любим не футбол в себе, а себя в футболе. Но Манджукич — это не центр-форвард, это, конечно, лучше бы сам Мадов вышел, честно говоря. Это было бы гораздо более интересно и опасно для Айнтрахта. Ну и Диего, как свободный художник, уронив кисть сейчас сам на себя. Кинхёфер бежит сюда. Ну, Патрик Окс будет симулировать. Кинхёфер показывает Влади мяч в игру. И правильно. Посидишь сам, без врача. Ну, смотрите. А? Ну, что это такое? Футбол — игра мужиков. К сожалению, не всегда. Смотрелось как красная. И бездарная абсолютно подача. Диего. Следующий в душ за Арне Фридрихом. Там с вами Мадов разберется. Вот, пожалуйста. Да. Закурили по одной. Еще и не то закурит, если результат будет нужен. В следующую субботу Вольфсбург будет играть против Шальке. Мадов приедет в гости на Фельдтинс-арену. Знаете, это по накалу, это ни с чем нельзя сравнить. Это, ну, это нереально. Это представьте себе, что Андрей Кобелев, тренируя Локомотив, приехал в гости к Динамо. Вот это может быть, да, но только Андрей Кобелев не тренирует Локомотив и не едет в гости к Динамо. А Феликс Магат едет в гости к Шальке. Здравствуй, дерево, скажут, наверное. Еще подача! Ну что Диего делает, а? Ну как же можно так подать прямо в руки вратарю? Подавай в борьбу уже на последней минуте. Ну вот срикошетят от своего, от чужого, неважно от кого. И еще принял мяч, конечно. Красавец. Да, Арне Фридрих тебе уже нагрел кабинку в душе там. Да, буца развязалась, естественно, поэтому не принял.